За горы мусора оштрафовали владельца пляжа в Павлодаре. Предприниматель устроил свалку прямо в пойме реки Иртыш. Об этом стало известно благодаря неравнодушным жителям. Они все зафиксировали на видео. Владелец одного из пляжей Павлодара выгружал мешки с пластиковыми отходами, бутылками и прочим мусором на берег реки Иртыш. А должен был заботиться о чистоте и ухоженности живописного уголка, который является охраняемой природной территорией. Инспекторы лесного хозяйства вычислили нарушителя при помощи социальных сетей и признали его виновным. За нанесенный ущерб уникальному месту предпринимателя наказали. Предусмотрен административный штраф на физических лиц в размере 20 месячных расчетных показателей. Также ему был предъявлен иск на возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, на сумму 8300 тенге. И выдано предписание об обеспечении очистки данной территории от мусора.